Тоби. Сидеть. Молодец. Молодец. Тоби быстро учится, уже освоил много команд. Щенку 10 месяцев, с двух воспитывается у волонтеров. Тоби был найден на дачных поселках, заброшенных. Уже люди не ездили туда. В октябре месяце вместе со своими братьями, сестрами, голодными, холодными, никому не нужными щенками. Он был самым слабым в стае. Его все обижали. И мною было принято решение вывозить его. Сначала Тоби был вывезен в приют. А после появилась добрая девушка Катя, которая временно приютила собаку у себя. Я увидела его пост ВКонтакте. Он был такой вообще жалкий, грязный. Я подумала, что у него нет шансов в приюте. И связалась с Софьей и предложила ей взять его. Щенок ласковый, нежный, но уже не робеет, как прежде. Стал сильным, умным, воспитанным. Уже не вырастет, но еще окрепнет. Ну, будет очень хорошим охранником. Сейчас он охраняет нас и знает команды сидеть, лежать, дай лапу. Катерина говорит, какое-то время Тоби будет привыкать к новому хозяину, а после непременно проявит себя как очень преданный и верный друг. Друг ждет вас по телефону 8 950 476 03 35.